Доброе утро всем, кто меня слушает на этом канале. Сегодняшняя композиция, которая родится практически у вас на глазах, я думаю, бы назвал ее «Встреча с будущим», что в принципе является одновременно встречей с прошлым, потому что это единое целое. Нельзя человека разделить на прошлое и будущее. Он просто есть здесь и сейчас.